В Успенке открыли парту героя в честь выпускника школы Вильгельма Калюка, который погиб в ходе специальной военной операции в июне прошлого года. Такие мероприятия проходят во многих школах нашего города и района в рамках всероссийского образовательного проекта. Вот сегодня мы открываем парту герою, простому сельскому парню, который рос в обычной семье, учился в обычной сельской школе, но тем не менее это человек, который мог защитить свою родину, мог до конца быть верен присяге, долгу. Парта героя – это ученический стол, на котором размещены фотография, биография и заслуги героя. За такими партами будут сидеть учащиеся, которые имеют успехи в учебе и принимают активное участие в жизни школы. Всего в Татарском районе парты героя откроют в 7 образовательных учреждениях.